существующий пользователь. Меняю положение сиденья по настройкам водителя. Большая ошибка, ребята. Нам нужна поддержка. В области обнаружен враг. Всем бойцам доложить обстановку.
поднимающийся над базой грифон. Хорошо, мы тоже видели. Приятно знать, что нас объединяет общее видение. Все просто замечательно! Может показаться, что все крупные военные базы уничтожены, и режим на волоске от полного распада и поражения. Но нет, все прекрасно! Все замечательно, великолепно, лучше не бывает! Мне здесь так нравится! О-о-о! До конца жизни здесь застрял! Напоминаем, что водители должны стараться не двигаться столкновения. Сам собраться по координатам. Обнаружен водитель. Запланировано полное обслуживание и ремонт. С возвращением. Рикорады. Это центр. Отправляю к вам дополнительный отряд. Говорит центр. Цель не найдена. Отыщите его. Постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Мы его потеряли.
Возвращайтесь по местам. Рико, наш спаситель! Спасибо тебе за все! Сам собраться на точке. Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Посмотрим, как вы теперь поговорите. Цель покинула область. К свободе. Перла эст свободными, амикос. Больше громилы из МДР не будут мозолить глаза горожанам. Thank you.
1584. Взрывы продолжаются. И теперь людей достаточно лишь чуть спровоцировать, чтобы начались беспорядки. Одни гибнут, другие плачут и винят всех подряд. Президент Данте из последних сил старается вернуть благосклонность граждан. Вскоре он с радостью ухватится за спасительную соломинку военного положения. Корабли. Сзади. И моя.
вам выслана поддержка с моря. Говорит штаб. Вам направляются корабли. Кто-нибудь живой? Проклятие. Устроим трёпку, Рико. Сеть упала.